Скандальная история с обрушением подъезда в многоквартирном доме на Нариманова стала центральным событием в популярной телепередаче «Мужское женское» на Первом канале. Ведущий Первого канала Александр Гордон обратился в эфире телепередачи к губернатору региона Василию Голубеву с просьбой внимательно присмотреться к главе городской администрации Донской столицы Алексею Логвиненко. Губернатору Ростовской области, у вас в столице вашей области сидит вот этот эффективный менеджер, который даже к людям не вышел после того, как дом рухнул. Высказался Александр Гордон. Сразу после эфира телепередачи региональные СМИ сообщили, что прокуратура выявила в Ростове 31 аварийный дом, который, нарушая законодательство, не внесли в списки для расселения на 2024 год. Прокуратурой в суд направлены исковые заявления об обязании чиновников устранить нарушения, добавили в прокуратуре.